кто начало играет? Здесь бочки кривые просто. Это какой-то мега зажатик. То есть я не знаю, кто это вообще, но вот это вот. Это прям, ну, вот так вот. То есть здесь не такие темпы, чтобы включать локтевую дрочку. Вообще не такие. Здесь, кстати, от сипа остался только верх. Типичный тоже такой вот лайхообразный концерт. Вот эта штука, дар, она неровная по ритму. Так, как там играет партия? Просто здесь зря перекат без мяса делает. Как это? Да, сейчас. Что там? Получается. Как? Короче, да, лучше здесь не перекат делать безымянно, а мизинец подсунуть. Да, лучше сюда запихнуть мизинец. И, конечно, такую херь сейчас. Да, ее не надо играть переменным, она будет пожеванная сразу. То есть такую штуку надо наяривать именно даунстроком. Здесь не настолько будет контент. Да, вот здесь от сипа здесь просто вот это именно низа нет, а потом только какой-то там опять только верх есть, а низа нет. Здесь пока неплохие, да. Здесь чуть-чуть немножко упал у него бенд. То есть сначала нормально было, потом упал. И здесь брат завысил. Да, вот это тут неприятно было, да? То есть он там типа. Вот так у него как начал падать. Это, конечно, не здорово. Не. Но так это уровень неплохой. То есть, в принципе, я думаю, что он мог бы заморочиться и записать нормальный дубль, но просто это. Без проблем. Полив у него прям плотный, да. То есть, когда он вот это все кирпич подзаряжает. Какие-то там хроматические, куда он там уходит. То есть вот эти. Это у него прям достаточно плотно звучит. Да, ну то есть неплохой чувак, но есть что дорабатывать. Видите, получается, здесь надо было играть ему даунстроком штукой. Там, где когда играл какие-то рифы сейчас, там был, конечно, был полный задан. Да, вот что это? То есть вот так, как бы, да, так не надо. Это, опять же, не те скорости, чтобы... То есть достаточно быстро, но не настолько, чтобы такую устраивать локтевую суходрочку. Это, конечно, не здорово.